Доброе утро. Ну давайте рассмотрим меню на сегодня, что мне нужно готовить. Значит, мне нужно приготовить запеканку из шпецли. Она идет с добавлением ветчины из индейки. И идет зеленый горошек. Соус бешамель. Я уже его сварю. Как вы видите, мои товарищи, которые в бюро сидят, они, ну, я их не знаю, они меня тоже не знают. Это какая-то фирма большая, неизвестно какая, которая там шеф с ними, договоренность у них. Они пишут рецепты, но у них ума не хватает соединить два рецепта в один. Поэтому мне приходится заниматься математикой для третьего класса, чтобы все это составить. Но это мелочи жизни. Значит, я сварю соус бешамель, вот он у меня обозначен, этот меню. Иной раз, конечно, рецепт смотришь, думаешь, господи, что они там написали? Но я уже знаю, и как они, как у них головы работают, поэтому подстраиваюсь под них, и все уже прекрасно понимаешь, о чем идет речь. Значит, бешамель я сварю, коллеги, шпецли, они готовы, это конвениенс-продукт, они его распечатают, засыпят зеленый горошек, мускатный орех, перец, соль и зеленый горошек, все это перемешать. Нет, и в этом случае тоже сыр они тоже закинут туда же, перемешают. От меня они получат соус, распределят всю эту массу и потом соусом сверху и будут охлаждать. Это готово. Далее у меня рамшпинат, то есть шпинат, который отваривается в сливочном соусе. Здесь все предельно просто. Шпинат, единственное, что он мороженый. Лук я уже отпассеровал в масле и... Вру, это не тот момент. Момент. Не в масле. Лук я отпассеровал в масле био. И теперь буду варить соус. Шпинат, так как у меня мороженое, я его на 20 минут в Айнзессе с отверстиями. Вот эта жидкость, которую я всю поймал. 20 минут под паром. Он у меня готов. Жидкость он уже оттаял. Сейчас эту жидкость я добавлю в соус. В будущий соус. Здесь уже у меня лук готовый, который я уже перемолотил при помощи миксера. И все. Сейчас залью этот соус. Вскипячу, загущу. Посолю, поперчу, помускатю. Дам ему прогреться, и только после этого заброшу шпинат, чтобы шпинат у меня остался предельно зеленым. И все, готово. Ну вот и все на сегодня. А, ну что тут еще, по мелочи, чили кон карне. Мясо уже жарится, тут рассказывать особо не о чем, здесь все предельно просто. Да, все. А вот так вот мы подготавливаем курицу. Мы ее заранее обжариваем. У меня, кстати, есть видео, как готовить курицу. Обжариваем, доводим температуры 45 градусов. Она охлаждается, мы ее нарезаем, укладываем, доводим ее до 65 градусов внутренней температуры. Потом заливаем горячим соусом и все. Соус только что вскипятили, все готово. Чтобы курица дошла до клиента еще сочной, а не сухой, как кирзовый сапог. Toll machst du, Timmy. Ganz toll. Ich bin begeistert von dir, von deiner Leistung. Mann. Всем доброе утро. Ну, сегодня у меня почти отпуск. Я и так был 3 дня дома, потому что было мало работы. Коллеги справлялись без меня прекрасно. Сегодня тоже день такой легкий, я считаю. Сегодня всего нужно приготовить 103 килограмма гуляша из телятины. Тут ничего сложного вообще нету. Мясо готово, отварить безглютеновую пасту, приготовить гирос из индейки, сварить немного риса, приготовить морковь. Ну, морковь, она как, она почищенная, порезанная на шайбы, ее только тут вообще детский сад рататуи, всего 1 килограмм. Ну, я говорю, сегодня у меня отпуск. По гуляшу. Вот мясо мне уже приходит вот такое, вот оно готовое. Скажем так, это удобно для меня, как для повара, если в больших количествах работать. А квалитет, конечно, все-таки уступает. Либо было бы лучше, чтобы готовить со свежего мяса. Соус, база у меня уже готова, она варится. Тут осталось всего чуть-чуть. Сейчас я ее прокипячу.
Специи уже все добавлены, закину мясо, дам вскипеть, попробую на вкус, на соль, на перец и на прочие специи. Если чего-то будет не хватать, доготовлю и все. Ну а так, в принципе, на сегодня все. Давайте до следующего дня. Хочу еще раз вернуться к этому мясу. Значит, здесь нужно применить вот такую маленькую физическую силу. Так просто, вот если я его просто распакую, так заброшу, как он есть, он так же куском и останется. Поэтому нужно сделать маленькое отверстие и начать его рукой массажировать. Ну, при 50 килограмм то, что я имею, это хорошая разминка с утра. Скажем так, для рук, для плечей. Ну все, я уже все размял. Осталось распаковать и закинуть. Вот теперь вроде бы все.